Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Crysis 3. Мы находимся, собственно, в начале первой серии. Мы были спасены психом, его командой. Они хотят, чтобы мы прошли внутрь периметра. Не знаю, что там происходит. Вообще ничего не объяснили. Сколько лет прошло с момента событий Crysis 2. Но, тем не менее, у нас серьезные проблемы. Здесь кругом бойцы Cell. И, в принципе, могу сказать, что... Несмотря на то, что у нас серьезные проблемы... Тихо, не та кнопка, я еще не привык. Находиться здесь очень интересно. Они меня не видят за таким стеклом, я надеюсь. Ты посмотри, их тут сколько. Главное видение, которое пока что мне очень понравилось, это лук. Лук в игре просто волшебный. Жаль, что стрелы к нему кончаются. Надо будет поаккуратнее работать. Давайте пробираться. Кругом ищет психа. Ну и кроме того, ищет нас. Псих, напомню, главный герой дополнения Warhead к первому Crysis, который мне даже нравился больше, чем первый Crysis, именно из-за того, что он был психом и пёр всегда как танк. Так, а здесь же нельзя. О, давайте вот это возьмем. Здесь же вроде как нельзя оттаскивать тела. Это достаточно плохо. Так, поставим глушитель. В принципе, пока будем работать так. Хорошо. Оптика, что надо. Может, все-таки коллиматор поставить. Вот эта пушка мне нравилась больше всего в оригинальном втором Крайзисе. Я думаю, будет больше всего нравиться и тут. Хорошо, пошли дальше. На канале вообще было прохождение по второму Крайзису в свое время. Одно из первых прохождений на канале. Но потом пришлось его удалить по определенным техническим причинам. В принципе, очень жаль, потому что это было одно из моих любимых прохождений. И, насколько я знаю, те, кто его видели, говорили, что оно тоже было одно из лучших. Не знаю. Ну, посмотрим, что будет с этим. Вы понимаете, да, что мне не обязательно их всех убивать, и мы будем действовать больше по тактике хищника, предатора. То есть убивать при необходимости. Это что? Величественный купол свободы, сердце всех мировых операций СЭЛ. Новый символ общественной гармонии и доброй воли, он был возведен с двумя целями. Ну, понятно. Защитить самый ценный для нас артефакт цепов и передать неограниченную энергию этого артефакта миллионам наших пожизненных заказчиков по всему миру. Агенты повстанцев по-прежнему действуют внутри купола свободы, и эти вооруженные анархисты намереваются помешать СЭЛ оказывать ценные услуги человечеству. Позднее ваш руководитель подробнее расскажет вам о том, почему эти люди юридически считаются отказавшимися от своих прав человека, и с ними следует поступать соответственно. Купол свободы, говорите? Окей. Как бы там ни было. Так, хорошо, выдвигаемся. Мне следует пройти... Ну, я даже не знаю. Вот так как-то. Тихо! Слушай! Прикрой меня! Спокойно, спокойно. Ничего тут не было. Значит, на шум они более реагируют теперь. Интересно, а тут меня заметят или нет? Вроде нет. Но, в принципе, шумиха уже поднялась. Ладно, хорошо. Шумиха, не шумиха. Пока что все идет довольно гладко. Тут тихо, можно отдышаться. Это что? Ой, я подумал, это турель, какая-то сентриган. Ты, прикольно. Купол свободы. Псих, двигаюсь в следующую зону. Псих. Да. Понял. Капец, он что там делает? Ну, на самом деле псих. Обожаю этого парня.
так. Блин, ну ладно. Я просто проверил, будет ли работать фоном оно, потому что слушать это довольно-таки скучно. Как это вообще получается? Где это смотреть? Сюжетная линия. Лоурен Барнс. Сначала пророк. Так, понятно, читаем на паузе. Умирающим морпехом, принеся себя в жертву. Понятно. Так, хорошо, записи. Сведения. Купол свободы мы уже смотрели. Ладно, уже, похоже, не найдем, и не будем на это больно времени тратиться. Займемся этим, когда будет более спокойно. Во. Что бы это могло быть такое? Доберусь, не волнуйся. Уровень шифровки. Надо поближе подойти, да? Так, затаимся. И как-то надо выдвигаться. Я думаю, не самая лучшая идея атаковать его сейчас. Спокойно. Да нет, я не хотел. Меня сейчас за это заметят. Ну конечно. Отлично. Нас видят. Из-за того, что он сцепился, скотина. Ну хорошо, как хотите. Придется вам всем умереть. Окей. Минус один. Запомнить надо, что на нем стрела. Стреляй, стреляй. Нравится? Еще есть? Добавить могу. Да, просто. Хорошо. Давайте, ребята. Мега спецы. Я хотел по-хорошему. Эта игра виновата, простите. Так, кто-то сверху бежит. Я там что, палюсь, что ли? Да вы гоните. Не может быть такого. Ребята, у вас проблемы. Я, кстати говоря, луком что-то пока не вижу особого смысла пользоваться, потому что он очень медленный. Ну, не знаю. Мне эта пушка всегда устраивала. Так, сейчас меня заметят. Но будет уже слишком поздно. Че, радиация, что ли? Плохо. Фу, так. Раз. Подкрепление пришло. О, да вас довольно много. Хорошо, ребята. Он еще идут. Спасет, вообще-то. Так, ну, давай, пойдем ко мне. Блин, сейчас. Надо уходить, я думаю. Окей, еще желающие. Так, норм. Все, надо уходить. А то мы тут навоевали что-то.
У меня просто экшона захотелось маленько. Все, пойдем. Подходите и будьте внимательней. Почти на месте. Так, подожди, а где у нас там была стрела-то? Стрелы надо сходить своей. Где-то вот тут, по-моему. Так. Похоже, шут с ней, с этой стрелой, потому что мы сейчас тут обыщемся. Она вот тут была, по-моему. Я стрелял откуда-то вот отсюда. Тут он упал. Исчез, что ли? Я не знаю. Ладно. Плевать. Моя команда полегла. Прикольно. Да, я так чувствую, что надо будет уровень сложности применить, потому что пока что очень легко. При том, что это было написано для опытных игроков. Ну, не знаю. Мне просто. Вон стрелы лежат. Надо сходить за ними. Потому что, видите, у людей там паника, истерика до хрипа уже. А я спокойно, как на прогулке здесь гуляю. Так, сейчас до чекпоинта дойдем и поменяем сложность на более высокую. Хуже, я думаю, от этого не будет. Только лучше. Так, подожди, а там же... Всех я прошел. Да, я понял. Встретимся у лифта в башню. Я выгляну. Прикройте. Где-то здесь же у нас, по-моему, было что-то, что можно взломать, нет? Или... А, все, я понял. Понятно. Так, ну хорошо. Сейчас мы отсидимся маленько. Возьмем броню. Максимум защиты. И пойдем методом. Осторожно. Я устанавливаю турели. Ты можешь их сломать. Могу сломать. Уйти наверх не могу никуда. Спокойно. Ты сюда пришел, что ли? Нет, он там истерит, похоже. Не-не-не! Это была ошибка. Сейчас меня убьют. Я думаю, я вообще невидимый. Хорошо. Полную попу свинца получил. Так, ты что там, пришел, нет? Мне бы гранату вообще. Скорее всего, нам просто нужно сейчас поставить броню и стрелять, пока она не вырубится вот так, да? И все. Болезный. Все-таки пришел, ты посмотри. Ну, серьезный аппарат такой. Похож на этих, из чужих. Так, псих, открывай. А он сильно переживает, да, по поводу того, что с него костюм отсодрали. Настолько привык, походу, к нему уже. Ну, сколько лет прошло? Да, встретимся с моими людьми. У тебя есть люди. Ты же знаешь меня. Я всегда играл в команде. Я никуда не пойду, пока не услышу ответы на некоторые вопросы. Непослушный, неподконтрольный. Да, я помню. Так, информация по психу. Читаем на паузе, как обычно. Не так много ее.
Ну хорошо. Что у нас? Все, мы в куполе, похоже. Должники. Сел владеет энергией целиком и полностью. Оплатить счета невозможно, только отработать. Тебе это никогда не удастся, в том-то и прелесть. Ты застреваешь в этой схеме отработки долгов навсегда. Другого выбора нет. Нет, один есть. Сражаться. Смотри, как-то... Я покажу тебе, чем занимались Сел, пока ты спал. Может, тогда ты поймешь. Не сказать, что прям дико полезная штука, но временами может пригодиться. Не, графон, конечно, приятный в игре. Тут ничего не скажешь. В остальном, ну, неплохо пока. Добро пожаловать в Нью-Йорк. Версия 2. Точка Нью-Йорк? Что они сделали? Город. Офигеть. У него есть энергетическая аура. Почему это? Это Сел. Они распределяют энергию инопланетных технологий. Питают всю мировую сеть от одной цепской машины под куполом. Это не может быть так просто. Так и есть. Уничтожишь энергию, уничтожишь Сел. Проще некуда. Нет. Альфа-Цеф показал мне видение. Мы это уже проходили. Тут должна быть какая-то связь. Пророк, пришельцам конец. Ты сам их порешил. Остались только бродячие беспризорники. Нет. Есть нечто большее. Только бы найти подсказку. Где-то здесь ключ к разгадке. Слушай, пока ты там охотишься на инопланетян, которых нет, Сел тут активно захватывает мир. Ты нужен нам здесь и сейчас, босс. Нам нужна твоя помощь, чтобы остановить Сел. Здесь свершается не просто революция. Я видел это. Сел играет с вещами, которых и близко не понимает. Что бы они ни делали, это приведет к концу света. Мы должны их остановить. Верно, мать твою. А теперь идем. Субтитры, конечно, совершенно другое пишут. Ну ладно. Офигеть, это Нью-Йорк. То есть сколько лет прошло? Насколько мы помним, во второй части Нью-Йорка он только подвергся атаке. Разруха шла по полной программе. Здесь уже, судя по всему, года. Это круто. Снаряжение в порядке. Выходим на конечную скорость. Понял, Ромео-1. Вы зачистили периметр. Купол свободы построен для отражения угрозы цефов. У тебя преимущество. Части Сел готовят ответную реакцию. По нашим расчетам, у вас около 30 минут. Значит, надо уходить. Выделенная зона еще безопасна. Активность наземных сил Сел тут минимальна, но башни работают на 100%. Будь осторожен и доставь снаряжение на базу. То есть это зона отчуждения такая. Понятно. Так, ну хорошо, давайте двигаться. Это Клэр, региональный командир Нью-Йорка. Она не солдат, большую часть командиров мы потеряли, но она отлично справляется. А теперь ты, значит, готов подчиняться? Ты знаешь, на этот раз все по-другому. Черт, она заставила меня поклясться, что я никому не скажу. Ну и чё? Формально я же держу слово. Конечно. Не, ну он, конечно, заматерил. Вид у него такой. Так, анализ пассивной энергии. Как обычно, пауза. Я тоже сам это почитаю все уже, когда видео отрендерится. Сейчас пока не рвем повествование. Так, что-то у нас с энергией проблемы, видите, да? Взгляни, прямо из шкуродерни. Экспериментальные нанотехнологии. Обнаружена модернизация нанокостюма. Немедленная интеграция. Это вот оно? О, прикольно. Так, и...
Окей, доступный материал 4. Супер маскировка. Маскировка на 50% быстрее. Это мне пригодится. Только как это сделать, говорите? Совсем понятно. А, разблокирую, тут просто не видно на этом фоне. Окей, тут что? А, мы 4 можем ставить, понятно. Ну, поставим тогда вот эту вот супермаскировку. Здесь у нас детектор угроз. Это мне никогда не пригождалось. Поправка. Хорошо. Вот это пригодится. Это неплохая штука. Сблокировать. Потом здесь что? У нас осталось одно очко. Мы можем... Вот, вот этот поставим. Мы же действуем скрыто, по большей части. Ну, здесь, как-то видите, переработали систему, да? Так, ну и что? И выходим мы в город. О, как это круто. Цветущий сад. Потная подмышка. В костюме незаметно, но припекает тут как острейшая карие. Блин, это круто. Броневик Сел. Люди в шлеп Сел ради дешевой энергии. Сел генерировали ее бесплатно, а это нет. Скоро они стали монополией щита нашей. У людей не осталось ничего, кроме долгов. Загнала в добровольческие лагеря. Это было рабство. Скопировали сектора А-1-6. Не, это просто офигеть. Я не знаю, я с открытым ртом это все разглядываю. Очень круто. Мины. Понятно. Минное поле. Так, нужно еще ближе подойти. Ну давай. Это довольно просто делать. Хорошо. Мины разминированы, я так понимаю. Обезврежены. Этого должно быть достаточно. Пойдем. Офигеть, это Нью-Йорк. Что произошло с городом? Я больше всего обожаю такой тип апокалипсиса, постапокалипсиса. То есть зеленый, заросший. Не как в Фоллауте, когда там все выжжено. Когда просто исчезли люди. Тихо. А? В чем дело? Ничего, просто скачок напряжения. Прошло. Блин, это крутая штука. А трава эта густая, это вообще. Не, ну все, что я могу сказать, графон завезли. Насчет остального, вы знаете, что у нас принято ругать Крайс. Я не буду его ругать, игра офигенная, по-моему. Помощь нужна. Но вот именно насчет графона, это вообще вне конкуренции. Смотри, как это делается. Просто. Скот. Скот, говорит. Я бы не стал, конечно, так подшучивать над психом по всему, что ему пришлось перенести. Ну да ладно. Не высовывайся. Что с ним? Ты как? Ничего нет. Вот, знак смерти. Если оно тебя заметит, тебе конец. Назад, давай назад! То есть на любое движение шарашит? Сейчас оно мертво.
Понятно. Далеко до 34-й стрит? Пара километров. Сначала нужно обойти огневой мешок. Да, серьезная аппаратура. Нет, Сел приближается. Нет времени идти в обход. Радиус поражения и скорость огня в пределах допустимого. Прорвемся здесь. Слышали, сволочи? Да я вас всех порву, да? Идите сюда! Я вас убью! Ты двинулся крышей? Да что с ним такое-то вообще? Тебя разорвут! А, картинка сложилась? Они отобрали мой нанокостюм, пророк! Человек? Да, человек! Знаешь, что я принес в жертву, чтобы остановить цепов? Как мне это вернуть? О, черт. Пророк, напомню, был его командиром. Итак, какой план? Поддержка. Опознание и уничтожение целей. Разведка. Все самое веселое тебе. Ты не тот псих, которого я знал. Факт. Все меняется. Так, отлично. Значит так. Анализ защиты купола свободы. Получение данных из всех источников. Анализ завершен. Так, крупнокалиберные тяжелоавтоматические пушки с лазерной системой наведения. Понятно. Поражение человеческих бойцов очень высокое. Ну, то есть, все лупит. Я буду называть локации, которые вижу. Например, это в секторе 1 Дельта 0. Это потенциальные локации для запаса оружия. Башня 3 Дельта 3 – наша основная цель. Как только доберешься, мы вырубим этого ублюдка. Так, ну что, давайте... Сектор 1 Дельта 3. Нормально. На этом заканчивать. В следующей серии двинемся по этому полю. Вот. Сектор 1 Дельта 0. Да, понятно. Короче говоря, игра радует, несмотря на весь скепсис, который был вокруг нее до момента выхода. Сейчас я могу сказать, что это именно то, чего я ждал. Очень хороший, крепкий, не хватающий особых звезд с неба, но при этом довольно интересный боевичок с очень крутой, наверное, лучшей на данный момент графикой. Именно в этом плане игра идеальна. То есть ее концепция себя оправдывает. Увидимся в следующих сериях. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.